Приветствую вас. Смотрите, ситуация, которую вы описываете, она достаточно типична сейчас. Она достаточно, эта ситуация распространена в силу того, что развивается интернет-общение. И, наверное, это нормально, что мужчины, ну вообще люди, не обязательно мужчины, которые находятся в некоторой изоляции, да, что эти люди, себя развлекают, по сути, получается. Просто потому, что так можно, можно так себя развлекать, можно. И все. Другой вопрос, вы спрашиваете, да, как реагировать на эту ситуацию. И, честно говоря, у меня к вам вопрос этот есть, да, вот у меня к вам есть этот вопрос. Из-за чего вы сомневаетесь в себе? То есть по какой причине вы сомневаетесь в себе, не знаете, как реагировать на эту ситуацию. Это важно. Это очень важный момент. То есть вы сомневаетесь в чем? В чем-то. Да, видимо. Вы сомневаетесь в своих чувствах, своих ощущениях, вот. А вы, может быть, еще в чем-то сомневаетесь, то есть это вот нужно поисследовать, на мой взгляд. Нужно это поисследовать, на мой взгляд, нужно посмотреть, из-за чего вы себе не доверяете, что вам мешает себе доверять, вот. И соответственно уже можно будет как-то исходя из этого вам можно будет что-то говорить, и вам можно будет что-то предлагать, вот. То есть в плане того, да, что делать. То есть вам нужно будет как-то вот что-то вот решать, вот. Как кто-то делал. Вот.
на мой взгляд. А тут еще есть такой достаточно важный нюанс, связанный с тем, что вы сами познакомились с человеком в интернете. И как-то сами пришли туда. Я имею в виду в интернет. И важно понимать, как вы оказались там. Важно понимать, что вы будете делать там. Что вы делаете, точнее, там, в интернете. А вот. Как вы приходите туда. Может быть, у вас есть что-то из негативного опыта в прошлом, в отношениях. Может быть, вы боитесь отношений, боитесь сближаться. То есть это все такая вот история. И, соответственно, можно и нужно здесь делать упор именно на то, чтобы разбираться в себе, чтобы смотреть на себя, чтобы смотреть на свои чувства. И в этой довольно непростой ситуации, когда вы не знаете, человек искренен к вам или нет, чтобы продвигать только свою позицию, основанную на том, чего хочется вам, и не делать ничего, чего бы вам не хотелось. Основной вопрос, основных вопросов к вам два. Первый вопрос это, как вы оказались в интернет-знакомствах. Второе, чего вы от них ожидали? Ну, это такой вопрос, подвопрос. И третий вопрос, точнее второй вопрос главный, это в чем проблема реагирования, то есть в чем заключается ваша неопределенность реакции. Реагировать можно и нужно в соответствии со своими представлениями о морали, например. Вот. В соответствии со своими целями, в соответствии со своими ценностями, в соответствии со своими желаниями и так далее. Если у вас есть какие-либо страхи, то с этими страхами можно и нужно поработать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!